Сегодня начался третий этап разводки продуктовых наборов школьников. В его составе йогурт, зеленый горошек, рыбные консервы, гречка, сливочное масло, печенье, овощи и фрукты. Состав наборов может несколько отличаться. На сайте управления образования и в социальных группах размещена информация о перечне продуктов, какие продукты будут доставляться детям по четырем группам. Первая группа – это у нас дети. Первые две группы – дети, которые получают бесплатное одноразовое питание. Это учащиеся первых-четвертых классов – это одна группа, и пятый-одиннадцатый классы – вторая группа. У них и стоимость разная, и перечень продуктов немножко отличается. И эти перечни продуктов тоже размещены. Вторая группа, которая состоит из двух подгрупп – это дети, которым организовано бесплатное горячее двухразовое питание. К этой категории относятся у нас в основном дети с ограниченными возможностями здоровья. Там тоже у нас идет градация учащихся первых-четвертых классов и пятых-одиннадцатых классов. Как и в предыдущие разы, о датах доставки коробок школы сообщат через классных руководителей. Если у родителей возникают какие-либо вопросы по этой теме, нужно обращаться по телефону горячей линии 361-23.